Примирение 1,2 ампера. 1,2. Так. Сейчас посмотрим. Сколько на нем, когда я мерил, было, кажется, 10 или сколько вы подсевшие. Это земля. Ну, 55 ватт 12 вольт не горит, а 55 ватт 220 вольт горит, хоть и слабо. Теперь волосок на волосок упал на ярче горит. Резистор 100, больше не несколько, чем 100 кило. Резистор пробовала с диодом, как у Slayer Exciter, но с диодом потребление очень большое, а эффект маленький, то есть слабо горит лампа, а потребление большое. Поэтому делать не нужно. Это лампа с видимо, от этого передается на эту катушку, от этой катушки потом идет сильное излучение, что передается на это, и потом такое между землей и этой искра прыгает. Мне интересно, вот это излучение некогда лампы далеко. Говорят, это электромагнитное поле излучает или какое-то другое поле. Излучение какое-то другое. Может быть.
Я пробовал замерить напряжение на блоке питания, когда я работал к вечеру. Туда же поднося вот тот мультиметр, уже начиналось напряжение подниматься. Хоть я даже не прикоснулся, а начал мериться там какое-то, кажется, это зашкаливание, нет, там бегать начали цифры всякие. Там горит 220 вольт, 55 галогенных. Ну, тут где-то 9 ватт потребляется.